В семье Данила и Дарьи Кухаревых свершилось долгожданное событие. Родилась дочка Есения. В день выписки собрались самые близкие родители молодой пары, родственники и друзья. Счастье. Все, у меня других слов нет. Это просто счастье. Приятным сюрпризом стал подарочный набор для новорожденных под названием «Я родился в Подмосковье». С 1 сентября он вручается по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В комплект подарка входит более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка. Одежда, средства ухода, аптечка, игрушки. Общий вес коробки свыше 10 килограммов. Изначально я была готова к этой коробке, потому что знала, что будет у нас в сентябре появление Есении. Чуть-чуть раньше она появилась, но попала на 1 сентября, и это не может не радовать, потому что мы попали на такую классную программу. Право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Кстати, теперь все документы можно оформить сразу в любом областном учреждении родовспоможения. Пока они лежат с ребеночком, адаптируются, за это время они регистрируют своего ребеночка и получают такую комплексную услугу, как свидетельство о рождении при выписке, полис ОМС, СНИЛС, ИНН, возможность, если пациентка на госуслугах зарегистрирована и знает свой пароль, логин, прикрепляется к детской поликлинике, оформляется материнский капитал и становится на очередь в детский сад. Дарья Кухарева воспользовалась предложенными услугами и при выписке уже имела на руках весь пакет документов. Безумно удобно, потому что, находясь в родильном центре, ты, по крайней мере, успеваешь что-то еще сделать, когда еще за твоим ребенком может кто-то посмотреть, потому что здесь есть медсестры, детская комната, которые могут последить за ребенком, если что, даже накормить, запеленать и что-то все такое. Видновский перинатальный центр давно занимает ведущие позиции по качеству оказываемых услуг и является главным центром в южной части Московской области. Ежегодно здесь появляются на свет около 6 тысяч детей. Постоянно обновляется медицинское оборудование и вводятся современные методики. Рожать сюда приезжают также из других регионов России. Дмитрий Книга, Константин Брулов, Ольга Садовская, Видное ТВ.